В 2020 году право на страховую пенсию наступает у женщин, родившихся во втором полугодии 1964 года, 55 лет и 6 месяцев, родившихся у мужчин, родившихся во втором полугодии 1959 года, в 60 лет и 6 месяцев. Помимо возраста, им необходимо иметь не менее 18,6 пенсионных коэффициентов и не менее 11 лет страхового стажа. Право досрочного выхода на пенсию без изменений сохранено для работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, аналогично для пилотов гражданской авиации, летчиков-истребителей, людей, пострадавших в результате техногенных и радиационных катастроф, водителей общественного транспорта, женщин с 5 детьми, инвалидов по зрению, родителей опекунов инвалидов с детства. Кроме того, на 2 года раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на пенсию могут выйти женщины, имеющие не менее 37 лет страхового стажа, и мужчины, имеющие не менее 42 лет страхового стажа, но не ранее достижения возраста 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами. При подсчете указанным лицам страхового стажа учитывается только трудовая деятельность, иные периоды, учитываемые в страховой стаж, не засчитываются. Кроме того, ранее общеустановленного возраста могут выйти на пенсию многодетные матери, имеющие 3 детей в 57 лет, и многодетные матери, имеющие 4 детей в 56 лет, при наличии не менее 15 лет страхового стажа. Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на 2 года раньше с учетом переходного периода по предложению органов занятости населения. Социальная пенсия в 2020 году для женщин устанавливается в 62 года, для мужчин устанавливается 67 лет. В полном объеме сохраняется право на пенсию по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспособность, пенсия назначается независимо от возраста при установлении им группы инвалидности.